Вы знали, что вот эта вот гнида на телефоне, она знает все о вас, сколько вы сидите в том или ином приложении, только что его включил, и за 29 минут оно мне показало, что я уже был в ТикТоках, в настройках и так дальше. И эта гнида прячет самое страшное приложение на вашем телефоне, его нужно отключить. Он очень много тратит оперативной памяти и садит батарею также. Знает о вас абсолютно все, что вы делаете, где находитесь. Сегодня я покажу, как это отключить, а еще покажу приложение «Клон», на который также стоит обратить свое внимание и чтобы отключить. Значит, смотрите, где оно находится вообще. Заходим просто в настройки, спускаемся вот так вот вниз, и здесь мы ищем пункт, который называется «Цифровое благополучие и родительский контроль». Ну, это создана функция, якобы в кавычках, да, Android нам там рассказывает, показывает, что благодаря этой функции мы можем следить за детьми, сколько они находились. Ну, а за нами оно не следит? На секундочку, задайте себе вопрос. Конечно же, следит. И чтобы его отключить, нужно найти в правом верхнем углу три полосочки, три точечки, нажать на него. И здесь нам нужно нажать «Управление данными». Вот этот вот ползунок смещаем. Закрыть доступ в настройках. Нас перебрасывает в еще одно меню. И здесь нам интересен вот пункт, который называется «Цифровое благополучие». Вот он. И мы его просто выключаем. Вот так вот. И теперь смотрим, не активно ли оно у нас. Видите, все оно отключено и не передает доступ нашим разработчикам. Мы запретили доступ к нашим данным об использовании телефона. И еще я вам говорил бонус плюсом, покажу еще клон этого приложения. Просто выйдите в настройки и найдите пункт, который называется «Безопасность». И здесь у нас снизу будет такой вот пункт «Передача данных», вот такая вот капелька. Нажимаем на эту штучку «Передача данных», и здесь сетевые подключения. Вот управление сетевыми подключениями. И вот эта вот штука, где вы здесь найдете, в правом верхнем углу нажимаем три точки, настройка фоновые, вот эти вот, видите, подключения. И здесь мы ищем вот как раз тоже цифровое благополучие, у вас оно будет включено вот так вот. Если оно у вас включено, не дай бог, то вы его просто вот так вот отключаете. Оно не будет работать теперь в фоне. Всем добрейшего, ставьте пальцы вверх, обязательно подпишитесь на этот канал, потому что там очень много полезной информации. До скорого!